Всем привет, друзья мои! Всем здравствуйте! Сегодня я с вами хочу написать такой морской пейзаж. Небольшой, да? Девушка, ожидающая какие-то там вдалеке кораблики. Наверное, своего суженого ожидает. Формат я взяла небольшой холстик, 20 на 20. Показать вам. Буду писать на нем по красочкам. Белилки титановые, охра желтая, кадмий желтый средний, кадмий красный светлый, марс коричневый темный, голубая ФЦ, зеленая ФЦ и индиго. Это все красочки, которые мне понадобятся. Сделаю карандашиком разметку, да, небольшую девушку, как бы все это, чтобы понимать нам, где что у нас будет находиться. Вот смотрите, давайте поделим холстик наш приблизительно так вот пополам, по горизонтали и по вертикали. Я немножко разговариваю в нос. Так как приболела, уже почти выздоравливаю, но все равно еще не совсем важно себя чувствую. Так что сегодня немножко гундосить буду. Итак, и вот мы видим теперь, что линия горизонта у нас немножко вот так вот выше серединки. То есть где-то вот здесь у нас она будет проходить. Сама девушка у нас находится не прям по центру, а чуть-чуть смещена вот сюда. То есть немножечко смещаем. То есть наметим такую вот полосочку рядом, да, с вертикальной линией. И наметим как бы такими засечками, где у нас будет ее шляпка заканчиваться. Да, самая высокая точка девочки вот здесь. Оставим там чуть-чуть еще места. И внизу. Вот если так посмотреть, да, внизу у меня чуть-чуть там уходит, прячется. То есть, ну, где-то немножко больше места оставляем, немножко, чем вверху. То есть, вот так у нас будет располагаться девочка. И теперь также поставим засечки, где вот ее талия, к примеру, да. Талия, я вижу, референс оставлю вот здесь сбоку, да, чтобы вы посмотрели. Талия у нас, вот линия горизонта, и она немножко ниже линии горизонта. Вот наметили талию. То есть вот шляпка, вот ножки, вот талия. То есть это все, вот это будет юбка, и здесь вот ножка ее, да? То есть ножки мы видим совсем чуть-чуть, то есть где-то вот здесь вот аж будет юбка платья ее, да? Вот то, что от талии. Дальше. Голова. Сколько у нас занимает голова вот в этом вот кусочке, да? То есть, если его поделить кусочек пополам, пополам, вот так, то чуть-чуть возьму вот так поменьше на голову, а остальное это будет у нас все что-то до талии. Шляпа здесь тоже занимает большую часть. Вот где-то здесь будет шляпа. Ну и давайте, собственно, уже намечать какие-то у нас пропорции, да, есть. То есть я под небольшим наклоном намечаю вот такой вот овал, это вот шляпка. Дальше у нее высота есть, да. Высота. Здесь у нас будет там бантик какой-то. И сама шляпка. Так, здесь она немножко сюда поднимается. То есть не от самого уголочка, а чуть выше берем. Небольшая. То есть намечаю, вот я ее вот так. Здесь вот так немножко выглядывает. Дальше. Вот сюда нам нужно уместить вот немножко лица. Да, мы видим, так вот она спиной стоит. То есть, смотрите, начинаем лицо, вот где шляпка у нас закончилась. То есть, головешка. Вот такой вот уголочек небольшой, это лицо.
И там дальше пойдет вот шейка. Шейка, здесь будут волоски. Дальше плечики. Вот плечо у нас. Здесь можно провести вот такую линию под вот таким наклоном. Видите? И здесь вот плечико. То есть смотрите, где плечо по отношению к шляпке, чтобы не увести его далеко, да, куда-то. То есть вот где-то под краешком шляпки, вот здесь у нас плечико. И теперь берем красочку. Красочки, вернее, кисточки, я заказывала себе большой набор. Вот из него я выбрала плоскую синтетика девятка и вот такую тоненькую, там для каких-то мелких деталек, номер один. Набор, если кому интересно, вот могу показать. Вот в таком чехольчике он, вот такой вот набор, интересно, все синтетика, очень удобный, его можно так вот ставить, к примеру, на липучечке, ну, не особо видно, ну вот так вот раз поставить на стол, и у вас будут, то есть вот тут вот так вот стоять кисточки. То есть, мне кажется, кто любит с синтетикой работать, набор вообще универсальный, даже вот такая кисточка есть, как вот она как профилированная уже, то есть у основания она более плотненькая, а здесь вверху профилированная. Две скошенные, большая прям для каких-то больших работ, поменьше. А некоторые вот они у меня новые еще даже склеены, то есть заводские. То есть еще даже не работала. Вот тонких три штучки, ну, вместе с вот этой. То есть такой классный. Была еще губка. Сейчас я ее, если достану, вам покажу. Такая губка была в наборе. Я ей не пользовалась, как бы не пользуюсь такими. Вот она. Ну, какие-то, кто губкой фон любит делать для таких целей. Ну, то есть заказывала я, по-моему, тоже либо на Озон, либо на Wildberries. Даже сейчас и не вспомню. Ну, то есть можно порыться, поискать, и кого, к примеру, заинтересовал такой наборчик, приобрести. Ну и давайте порисуем цветом. Я возьму кисточку плоскую, эту широкую. Буду так показывать палитру. Разбавитель у меня White Spirit. Белилки берем. Нам этого цвета довольно-таки много понадобится, потому что там еще мы будем к нему подмешивать море рисовать. Беру голубую ФЦ и замешиваю цвет неба. Цвет неба должен быть, чтобы шляпка наша видна была светлая, не особо светлый, не особо бледный. То есть вот так вот. И немножечко сюда добавлю красненького. Для того, чтобы он у нас был не сильно такой прям голубой, да, а с легкой-легкой такой теплиночкой. Даже, наверное, всю вот эту замешаю на белилах. Поголубее замешиваю.
по чуть-чуть набираю голубую ФЦ, добавляю красненького немножко. И вот таким вот оттеночком я буду закрывать небо. Кисть протираю и нарочно сейчас прям я вот собью вот эту вот линию горизонта. Вот так вот. Чтобы она не была идеально ровная, а вот по стыку границы неба и водички я вот так вот прохожу. То есть это нам сделает нашу даль еще дальше. Мягенькое касание неба и воды будет нам давать это ощущение. Вот таким образом. Дальше сюда, если вот эту волну разделить, вот как макушечку вот такую вот сделать, да, примерно там. Здесь у нас будет вот этот голубой оттенок, который у нас в небе. Кисть слегка протерла, там и зеленая ФЦ у меня где-то выходит. Я вот таким вот образом... Даже можно добавить чуть-чуть зелененькой, чтобы такой голубовато-зеленый был. Поработаю с платьем, пока большой кисточкой. Итак, сначала платье у нас вроде бы белое, да, но мы белый не делаем. Мы берем голубую ФЦ, красненького. Белилки, такой темный-темный фиолетовый. У нас пойдет с этой стороны. Так, разбавитель. Это у нас подмалевочек, да? Вот с этой стороны, вот таким вот темным цветом я закрываю платье, складки платья. Не делаю его каким-то ровным. Да, вот спускаюсь. Вот так вот уголочек платья делаю. Где-то захватываю вот этот оттенок, вот охра, да, такой вот где-то в складках будет зеленовато-охристый какой-то. Дальше смешаем цвет кожи. Это красный, желтый и белила. И смотрите, здесь уже варьируете. Вот смотрите, я взяла красный, желтый и белила. Да? И вот у меня получился, ну, вообще не цвет кожи, да, красный. То есть пробуйте сами. Вот добавляю больше желтого. Вот уже что-то более персиковое, да, получается. То есть здесь нужно посмешивать
Вот он, оранжеватый такой оттенок, да, но мне нужен цвет кожи. Вот я его добавляю белил и ищу вот тот оттенок, который мне нужен. Можно немножко добавить коричневого, чтобы вот эту вот яркость прям такую убрать. И цвет нам нужно замешать не самый темный и не самый светлый, то есть что-то средненькое. Дальше я промою кисточку от белил. Беру индиго жиденько. И где-то покажу. Так, тоненько кисточку делаю. Очень-очень такие теневые части делаю. Прям вот индиго. Для шляпки я возьму беленький, вот там красненький, да, какой-то подмешался, ну, вот пускай будет такой. Вот набираю на краешек и просто буду закрывать вот так вот более пастозно нашу шляпку. Желтенький с белилками сделаю край вот тут более ровный. Вот так вот по краешку прохожу. И делаю его более ровненьким, да? Дальше маленькой кисточкой вот это вот я плавно уведу вот это вот сюда. Тут можно чуть-чуть вот остатками подсветить как бы. И вот начинаем вот таким вот образом создавать закручивающуюся нашу вот эту пену. Девочка у нас смотрит там на кораблики какие-то, да, плывут кораблики. Вот они здесь, два вдалеке, черным цветом. Один, значит, проводим такую, как мачту, чуть выше горизонта. А другой рядом, тут совсем-совсем крошечный. Вот такие две черточки поставили, промыли кисточку. Беру пастозно прям белилки. И вот какой-то намек на парус, что-то такую вот кляксочку поставила. Вот он, все, парусник, все. А второй поменьше, тут он вообще совсем-совсем чуть-чуть ставим пятнышко. Ну, можно... Ой, мастихин у меня упал. Можно для интересности сделать как бы основание. Вот беру коричневый и вот такой вот дугой. Просто как бы легкую такую линию провела, основание. Никаких бликов, ничего там делать не надо. Дальше, чаечки. Тоже очень интересная деталька картинки. Разбавитель, опять-таки беру индиго жиденько. Смотрите, вот это такая, да, интересная тут чайка, такая главная, да. Проводим, значит, линию мы вот так. Потом тут ее головушка, крыло, значит, вот так, вот так. Ведем линии и здесь также сюда.
и потом вот сюда у нее крыло пойдет. Та самая такая большая у нас будет. А дальше, ну, смотрим, где-то вот здесь поменьше. Такие как бы галочки, да, ставим. И чайку эту прорисую. Вот ее тельце. Прям захожу на черный. То есть он у меня так чуть-чуть кое-где останется. Голубая ФЦ, чистая. Набираю довольно-таки так вот густенько. Здесь узелок будет у шляпки. Вот она пойдет. Вот сюда одна ленточка. Вот он, видите, сами сам смешивается с предыдущим оттенком и получается где-то светлее. Дальше вот эта ленточка, она у нас идет сюда. Дошла до края шляпки. Как бы преломилась, опустилась вниз, вот свисает, да, со шляпки. И дальше пошла на руку уже под другим углом. То есть вот так вот как-то. Вот такая ленточка. Хочу бличок вот сюда на пяточку поярче поставить. Солнышко там светит на мокрую пяточку. Тоненький такой. Вот, в принципе, друзья, работа и готова. Пишите с удовольствием. Я желаю всем вам отличного творческого настроения. Подписывайтесь на канал. И до скорой встречи. Пока-пока.